Роксаны. Какая ж песня без баяна, какой же завтрак без Роксаны. Доброе утро, мои дорогие. Давайте сегодня посетим азербайджанскую кухню. У нас сегодня в гостях шеф-повар ресторана «Каретный двор» Ильяс. Ильяс, что мы сегодня будем готовить? Национальное блюдо Азербайджана. Не блюдо, это называется кутаби. Как по-русски объяснить, это как блинчики с зеленью. Уже я вижу, у тебя приготовленное тесто раскатанное. Я хочу сказать, что оно делается очень просто. Вода, соль и мука. И вот сейчас мы начнем колдовать. Мы, значит, берем зелень. Здесь идет, как вы видите, лук зеленый, шпинат, кинза и укроп. Кинза, укроп, зеленый лук, шпинат. Угу. Ну, вообще, я хочу сказать, что вообще в нашей жизни зелень играет очень важную роль. Во-первых, зелень все красиво. И потом зелень дает возможность быстрее усваиваться пищи. Александр, вот в зелени все витамины, как раз в конце зимы, надо немножко зелень побольше, чтобы подержать себя. Чуть-чуть соль, не очень много, добавляем сюда, все вместе вот так перемешиваем. И берем не очень много, определенную косточку, кладем сюда и заворачиваем его вот в таком виде. Вот, в таком как виде. Большой вареник. Вот. Внимание, у нас сейчас кулинарная премьера. Такого у нас еще не было. Так, что мы делаем дальше? Мы его берем, сюда никакой масла не надо, никакой сковородки, прямо в печку кладем. Он буквально через 2-3 минуты будет уже готов. Чуть-чуть. На электрической плите? На электрической. А если у меня газовая плита, что делать? Газовая плита можно... сковородку положить, чтобы согрелся, и потом в этой сковородке без масла, да. А теперь новость. А вы знаете, что на Кавказе говорят, что азербайджанская, грузинская, армянская кухня – это родные сестры, только отданные на воспитание разным родителям? Ну вот мы приготовили уже два кутаба. И, Ильяс, скажи, пожалуйста, а с чем это ты рекомендуешь все-таки есть? Это я рекомендую, чтобы вы ели с сметаной, обязательно или с кефиром. То есть просто вот так, да? Да, сверху. Ага. Сметан. Сметана, и потом заворачиваете. Заворачиваете и вот так, приятного, да? Аппетита, да. Вот. И еще сверху. Аппетита. Ну вот, милые хозяйки, попробуйте. Это, по-моему, каждый из вас понравится, я так думаю. И приятного вам аппетита, и спасибо, Илья, большое. Спасибо.